Всем привет! По вашим просьбам сегодня приготовим сосиски в тесте. Покажу очень быстрый рецепт теста, которым пользуюсь уже очень много лет. Сосиски в тесте получаются вкусными, тесто не сухое, пышное и готовится просто. 150 мл теплого молока, температура примерно 38-40 градусов, смешиваем с сухими дрожжами. Здесь 8 грамм. Если берете свежие, то их понадобится в 3 раза больше. Далее вливаем 140 грамм растопленного сливочного масла. Оно не должно быть горячим, чтобы не испортить дрожжи. Всыпаем пол чайной ложки соли и чайную ложку сахара. Смешиваем. Теперь добавляем часть просеянной муки, замешивая тесто. Как только оно станет более густым, домешиваем на рабочей поверхности уже руками, подсыпая остальную муку. Может понадобиться 300-350 грамм. Все это смотрите по консистенции вашего теста. Оно должно быть мягким, совершенно не плотным, но при этом держать форму. Теперь накроем чашей и оставим буквально на 7-10 минут, чтобы оно стало более однородным. Отдохнувшее тесто делим на 9 частей и с каждой сделаем шарик, прикрываем, чтобы тесто не высыхало сверху. По одному берем кусочки, раскатываем руками в тонкие жгутики и уже ими оборачиваем любимые сосиски, оставляя промежутки между тестом. Концы теста нужно обязательно склеить. Затем каждую сосиску слегка покатаем, и таким образом тесто распределится более равномерно. Укладываем сосиски в тесте на противень, смазываем сверху желтком и сразу отправляем в разогретую духовку. Выпекаем сосиски в тесте при температуре 200 градусов до румяной корочки сверху. Это примерно 20 минут. Вкусно, быстро и просто. Ставьте нравится, если видео было полезно. Делитесь рецептом в соцсетях, оставляйте комментарии. До новых видео, пока!